Но перспектива у нас такая, что нам нужно победить в войне, закончить войну и дальше восстанавливать экономику. В сегодняшней ситуации работать в таких условиях сложно, очень сложно. Потому что многие специалисты уехали, многие опасаются за свою жизнь. Поэтому говорить о полном восстановлении или работе в полных объемах сегодня в стадии войны и при обстрелах, ракетных обстрелах, очень сложно. То, чего мы опасаемся, то, что может служить для Одессы угрозой, это окружение Одессы. С моря заблокировать нас кораблями и ракетными ударами, а с суши продолжить наступление с Николаева на Приднестровье, таким образом отрезать Одессу от основной части Украины. Поэтому и сейчас выстраивается линия обороны Николаев возле Николаева, для того, чтобы не пропустить дальше. Поэтому сегодня нам здесь, в Одессе, на берегу Черного моря, необходимы ракеты, противокорабельные ракеты, противовоздушные ракеты для того, чтобы противостоять ракетным ударам и десантным кораблям.